Очень позитивно оцениваю в Азербайджане. Об этом я сегодня сказал и во время встречи. Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И то совместное заявление, которое было принято по итогам встречи, как раз об этом говорит. О разблокировании транспортных путей, о шагах в деле подготовки работы комиссии по делимитации. Это все те темы, которые Азербайджан неоднократно выдвигал и Россия всегда поддерживала. Поэтому сегодняшняя встреча также имеет очень важное значение.